жалко детей, конечно, я думаю, рано. И пурга загрустила что-то баба-яга, затушила свечку, забралась на печку, помело подуха и сопит старуха, будь ты носу ней не нос, а насос. Ой, чихну сейчас-то. Эй! Будь здоров. Утром к ней Кощей бессмертный приходил, златый серебро на лавке разложил. Сыгранем в картишке или в шахматишке, но я как Кощея вытолкала в шею. Ты чего пристал, Кощей, и как репей? Я не приставал. Приставал? Да нет. Чуть трехглавый телефон не оборвал, все шипел на ушко. Улетай, подружка. А еле отбрыкалась, тупому сломалась. Неохот к змею ей и хоть обей. Алия, погоди. Вот змей-то. Лешему веселому сгонять, чай с малиновым вареньем похлебать, а потом на санки рощи до полянки, соснички дубравы, покатай кудрявы, и но не скинуть ног с печи, и хоть кричи. Кудрявый приставай, вставай. Ой, штанишки-то отряхни, отряхни, что ж ты. Ну и ветер свищет, ну и пурга. Заболела, что ли, баба-яга? Заболела, что ли, эта баба-яга?